передаем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас видео будет для любителей покупок одежды, для тех, кому интересно, как одеваюсь я. Я решила с вами поделиться своими последними покупками одежды. В основном все уже будет такое в осенних оттенках, на осень. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Начать хотелось бы с того, что на мне одето сейчас. Это вот такая вот блуза из Massimo Dutti. Она сзади удлиненная, думаю, что в зеркало вы увидите. Спереди она чуть-чуть покороче. В таком вот оттенке это что-то такое вот винное. Я не скажу, что это модный цвет 2015 года Марсела. Он более винный, ежевично-винный какой-то вот такой вот, но в любом случае достаточно актуальный на осень цвет, очень приятный, это натуральный шелк. Massimo Dutti, в принципе, я люблю за натуральность тканей, за их покрой, за то, как сшиты эти шелковые вещи, потому что они идеально сшиты, очень комфортные. Сразу сейчас вам покажу и вторую блузу, которую я прикупила тоже в Massimo Dutti. Вот вторая блузка, она уже как раз-таки цвет ближе к Марсела, и здесь на ней такие перья. Это, к сожалению или к счастью, летняя коллекция. Не знаю, возможно ли будет где-нибудь найти еще летнюю коллекцию Massimo Dutti, потому что на самом деле, когда скидки в Massimo Dutti, там моментально все сметается. Вот, но я считаю, что качество достойно. Это также шелк, она также сзади более длинная, чем спереди, и у нее здесь еще такое V-образное декольте. Вещи просто потрясающего качества, отдельное спасибо хочется сказать за шелк, за качество шелка. Единственный минус данных блузок и, в принципе, шелковых вещей качественных, их нельзя стирать, потому что если вы будете стирать, и тем более, если вы будете пятна застирывать, могут остаться следы, вот такие ореолы, разводы. Поэтому только химчистка, а химчистка нынче очень дорогая. Вот я чистила как раз-таки вот эту вот блузку, которая на мне обошлась, по-моему, химчистка данной блузки в Санкт-Петербурге порядка 400-450 рублей. То есть не дешевое это удовольствие носить шелковые вещи. Так что если вы будете брать натуральные шелковые блузки или другую какую-то одежду, вы всегда имейте в виду, что, возможно, ее нельзя будет стирать. Следующая вещь тоже из летней коллекции. Это платье из Love Republic. Я думаю, что они еще там висят, и вы спокойно их найдете. Объясню почему. Потому что платье достаточно специфическое. Оно достаточно короткое, оно как такое, знаете, в стиле спортивный шик, и оно напоминает платье теннисисток, которые играют на корте. Еще у нее как раз вот здесь вот кармашки, у них точно такие же кармашки, куда они мячики постоянно засовывают. Но объясню, почему это платье, и сами консультанты сказали, что оно очень красивое, его постоянно меряют, оно очень круто смотрится на вешалке и очень круто смотрится, но на определенном виде фигур. Потому что очень на многих девушках вот эти вот, за счет вот этих кармашков, эти кармашки становятся очень сильно видно и очень красиво смотрится. Вот у кого именно большие достаточно бедра, очень может некрасиво смотреться это платье. В общем и целом оно безумно крутое, безумно классное, это натуральный хлопок стопроцентный. Оно, в принципе, несмотря на это, не мнется, не выглядит как-то не очень. То есть та же самая юбка, которую я показывала в предыдущих покупках из Зарины, она безумно мнется благодаря своему натуральному составу. Здесь такого нет, оно очень-очень круто смотрится, очень классное. И самое главное, что оно действительно вот мне нравится безумно за счет того, что оно такое очень графичное, сочетание черного и белого подходит и на работу с балетками, допустим, на каблуках, наверное, я бы не советовала, достаточно провокационно будет. А на вечер, почему бы и нет, можно и с каблуками также носить, очень будет классно смотреться, будет также вот на раннюю осень круто смотреться, оно просто вот идеально, и в клуб тоже будет очень-очень классно, за счет того, что оно такое короткое, и в нем будет удобно и потанцевать. Следующее платье также из Love Republic, но я не думаю, что очень информативно то, что я вам сейчас на вешалке его показываю, на фотографии будет понятно, как оно сидит, как оно смотрит. По-моему, это идеальное платье, идеальное маленькое черное платье, единственный его минус — это полиэстер. Но я его один раз носила на работу, в общем-то, если у вас не жарко в офисе, если у вас есть кондиционер, можно спокойно пережить тот факт, что оно из полиэстера. Платье очень круто смотрится, прекрасно подчеркивает фигуру. Очень красиво именно на девушках песочные часы, кое я являюсь, с тонкой талией, с широкими бедрами. Также здесь классная спинка,
Если вы хотите днем носить это платье, вы одеваете сверху пиджак, но при этом, если вам вечером куда-то можно выйти, вы спокойно снимаете пиджак, у вас уже это платье более-менее вечернее. Единственное, что нужно правильно подобрать белье, желательно, чтобы у вас сзади была силиконовая спинка у вашего бюстгальтера, чтобы не видно было среди вот этих вот лямок, еще и лямок от нижнего белья. Не знаю, как вы к этому относитесь, но честно, я считаю, что это просто верх безвкусицы, когда у девушки... Ладно, когда просто кружева, там, допустим, какие-то угадываются в силуэте, или задумка такая, что у вас прозрачная шелковая, допустим, блуза, у меня тоже такие есть, и видно там однотонный какой-то лифчик. Но когда, не дай бог, вот я не знаю почему, но меня прям коробит, из-под одежды, и вот явно видно, даже не случайно там лямка выпала, а когда вот конкретно просто, допустим, голая спина, и тут лифчик торчит кружевной, ну это верх безвкусицы, а если, не дай бог, еще из брюк что-нибудь торчит там, ну я считаю, что это вообще никак нельзя себе такое позволять. Это некрасиво. Платье классное, всем советую, кто хочет сейчас идеальное платье на работу. На осень, мне кажется, будет идеально, потому что уже в полиэстере не будет жарко. Если у вас нет аллергии, кстати говоря, несмотря на то, что у меня достаточно чувствительная кожа, я вечно там то чешусь от полиэстера, то ли еще что, и как бы платье было очень недорогое, поэтому я на свой страх и риск купила его, потому что, в принципе, в примерочной мне было в нем комфортно. И, в общем-то, я относила его целый день, мне тоже было комфортно и ничем не покрылась. То есть полиэстер и краска вот эта вот черная, они хорошего качества, они не вызывают у меня аллергию или какие-то реакции кожи. Следующее — это комбинезон из манго. Я уже показывала вам в распаковке, во влоге вот этот вот комбинезончик. Очень-очень красивый. Крутой комбинезон тоже, он, по-моему, из летней коллекции был, если я не ошибаюсь. Суперский. И на самом деле, по-моему, в интернет-магазине они до сих пор есть. Я, во всяком случае, когда заходила последний раз, они были, эти комбинезоны. Очень суперски смотрится. Единственное, что тоже надо смотреть, чтобы он именно вот здесь вот корсетная эта часть села на вас, чтобы она именно вам... по ребрам хорошо была, вот именно в грудной клетке, и чтобы вот это вот именно расстояние от верха бюстье до до ширинки, грубо говоря, чтобы оно вам подходило, потому что если у вас тело будет длиннее, чем здесь положено, то у вас просто это бюстье будет постоянно вниз уезжать. Очень-очень классно, здесь, в общем-то, есть, я, видите, даже не распаковывала, еще не отрывала вот это, потому что не одевала ни разу, вот, только мерила, но я прям уже вот так вот постоянно тут трясусь и меряю по 550 раз, я очень хочу уже куда-нибудь его одеть. Вот, здесь есть лямки для тех, кто любит поменьше провокаций, чтобы, если что, вот здесь вот... как бы были лямки у вас. Но я думаю, что многие представляют, как это будет выглядеть с лямками, потому что очень многие платья бюстье, к ним тоже эти лямки прилагаются на всякий случай. Еще мне больше всего нравится, что здесь вот эти брючки сами, они достаточно широкие, создается эффект, как будто у вас ноги еще стройнее, чем они есть на самом деле. Следующая юбочка из Zara, это уже новая коллекция, точно есть в магазинах. Вот, не знаю, как по размерности, потому что в Заре все тоже в нормальных размерах, нормальные вещи сметаются просто мгновенно. Единственное, что они тут что-то, видите, накуролесили вот с этими лямками, на которые вешать. Поэтому вообще, на самом деле, я эту юбку не знаю, как хранить, потому что, ну, видите, как неровно они как-то сделали на швах эти лямки. Мне кажется, может попробовать перешить, маму попросить, она у меня все-таки со знанием дела шьет, и ей это нравится, попытаться это перешить. Но в любом случае, юбка тоже из полиэстера, полиэстер очень плотный, очень хорошего качества, тоже у меня аллергии ничего не вызвал. Юбка очень классная, это юбка-карандаш, классическая юбка-карандаш, для меня это достаточно базовая вещь, несмотря на то, что здесь вот такой вот достаточно провокационный вырез, но все-таки я считаю, что это не самое страшное, потому что, в общем-то, этот вырез заканчивается там, где у многих юбка заканчивается. Поэтому юбка классная, присмотрите. Я спокойно эту юбку одеваю в офис и на работу. Я не вижу в ней чего-то страшного, в университет ее, наверное, спокойно буду носить. Следующая моя обновка — это вот такие вот очень классные балеточки из Карло Пазолини.
Это была, по-моему, летняя коллекция тоже, но я думаю, что они еще там стоят, потому что они периодически устраивают акции. У них, в общем-то, я так поняла, в этом году в связи с кризисом по полным ценам не так очень хорошо покупали, поэтому у них очень много акций сейчас, они продают активно. Палетки классные, у меня в 36 размере, они мне идеально сели, но единственное, хочу предостеречь всех, кто берет Карло Пазолини, кто берет другие палетки с железными носами, здесь железный нос, золотой такой. Вы должны быть готовы к тому, что этот нос, он практически не разнашивается, и он достаточно некомфортен, в особенности, если у вас отекают ноги. То есть я с утра одеваю, мне комфортно, мне хорошо, если мне к вечеру отекают ноги, уже, конечно, не так комфортно и хорошо. По ширине они мне, конечно, сели хорошо, хотя они на узкую ногу, но, в общем-то, у меня достаточно узкая нога, поэтому по ширине они, конечно, мне так в итоге сели хорошо, не так уж там приходилось над собой возвращаться, чтобы их разносить. Но вот нос, конечно, вы будьте готовы к тому, что нос уже, наверное, никак не разносит, он будет такой, как он есть. Вот, а так в целом безумно комфортные балетки, нигде не натерли, очень классные. У них единственное еще тоже вот пяточка сама вот эта очень небольшая, но при этом пятка, я их ношу уже, наверное, месяц или даже больше. Пятка не так сильно снашивается, я думаю, что только сейчас поставлю на бойки на всякий случай, то тут как бы не так уж прямо вся пятка износилась, чтобы ее нужно было менять. Вот, но на всякий случай поставлю, чтобы балетки не портились, но тоже будьте готовы к тому, что здесь практически нет каблука. Если у вас ноги болят от отсутствия каблука, что это вот прям балетки-балетки, то не советую брать. Там есть варианты с каблуком где-то сантиметр, возможно, этот вариант для вас будет более актуален. Также я купила еще себе одну уже более осеннюю пару обуви, это вот такие вот сапоги. Осенние, у меня они в 37 размере, это бренд Basconi, они маломерки, то есть даже консультанты сразу уже предупреждали, что маломерки, поэтому берите 37. Потрясающие просто ботиночки, у них суперский цвет, я даже не могу его характеризовать, это что-то между винно-баклажанным оттенком и фиолетовым, то есть вот... Наверное, это оттенок недоспевшего баклажана, вот что-то в этом роде, очень красивые. Мне кажется, тоже вот на осень просто безумно актуальный цвет будет. Круто смотрится вот эта вот фурнитура с оттенком самих сапог. У них такой вот носик не круглый и не вытянутый, очень стильно смотрится, ногу не укорачивает. Круто смотрится и с джинсами. Еще мне безумно понравилось, я не знаю, увидите ли вы или нет, я вам, может быть, фотку вставлю. Здесь у них сзади такие медвежата, очень-очень классно. Я когда увидела, я прям чуть ли не расплакалась от умиления. Медвежата, конечно, вообще потрясающие. Я когда увидела их, я сразу взяла эти сапоги после того, как увидела медвежат. Ну, девочка, что вы хотите. В общем-то, вы поняли, я в восторге. Отдельно, конечно, отдельное спасибо. Я думаю, что вы на камере увидите качество кожи. Она безумно гладкая, мягкая и плотная кожа. Я думаю, что как раз-таки вот питерская погода осенняя, им будет не страшна этим сапогам, особенно при хорошем уходе, потому что как раз-таки такая кожа очень глянцевая, очень плотная, суперская. И также отдельно тоже такой вот как бонус, это узор такой красивый на подошве. То есть, ну, вы знаете, вы понимаете, наверное, что все мы девочки, какие-то такие, знаете, мелочи нас подкупают. Также здесь вот хороший каблук этот, хорошая толстая набойка, безумно качественные сапоги, поэтому тоже бренд Basconi я вам советую. Последнее, что я вам покажу, это вот в таком не очень приличном ракурсе, это будут такие вот джинсы, это Levi's. Очень-очень крутые, я их вам показывала в влоге, когда их покупала. После, как сколько я их ношу, уже не один месяц, потрясающие джинсы, очень круто сидят, очень комфортные, также стираются хорошо, не линяют, они никак не меняются, не растягиваются, то есть нет такого эффекта, что вот здесь вот пузыри какие-то образовываются, вот здесь вот они по талии, что болтаются, непонятно как, без ремня нельзя носить. Также я вот, видите, уже там закатала, мне как-то вот... Не знаю, в последнее время, последние, наверное, недели я ношу их слегка подкатами, потому что у меня длина позволяет так делать. Они мне чуть-чуть длиннее, но, однако, все-таки это самый маленький размер, это, по-моему,
какой там самый маленький, 24. Ростовка у них, по-моему, 170 на самый маленький размер, у меня 168. Фурнитуру я вам уже показывала, еще раз покажу. Не знаю, мне кажется, они как раз-таки вот такая фурнитура, ее и с деловым костюмом будет смотреться нормально, в общем-то. Насколько это возможно, джинсы с деловыми какими-то жакетами или еще что-то в этом роде. При этом какое-то разнообразие в образе, почему бы и нет. Это все мои покупки одежды, которые я сделала за последнее время. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, какие из моих покупок вас заинтересовали, что вам понравилось, что вам не понравилось. Нет, не понравилось, напишите, что в последнее время к осени прикупили вы, что вы мне советуете, куда, в какие магазины зайти и посмотреть. В общем-то и все. Спасибо, что вы у меня есть. Не забывайте подписываться на Инстаграм, ВКонтакте, заходить в группу. И, в общем-то, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео.